звучать частини з циклу «Характерні сцени» для фортепіано. Перша грація присвячується Світлані Чуйко. Ексцентрик присвячується Володимиру Губії. Друга грація присвячується Майї Валаханович. Осяяння присвячується Валентину Сільвестрову. Третя грація присвячується Ользі Білостоцькій. Thank you.
сказать, вот, замечательное такое исполнение, оно продиктовано любовью, по-моему, любовью вообще к музыке. Потому что приписывается тоже тем каким-то идеалом музыкальной культуры. Вот. Вот именно вот я знаю, что эта любовь, она именно вот соединила же вас всех сегодня здесь. Кто меня знает, а мало кому это известно, что там писал или там. Так или иначе, это любовь продиктована вообще культура и продиктована вообще сочетание человечества. Вот. Поэтому вот музыка может так, благодаря таким энтузиастам, как Ольга Ващук, и сам Павел Салтыкова, вот, как пианист Евгений Громов, это такая преданность. И эта любовь преодолевает все эти, понимаете, негаразды, которые нас окружают постоянно, и политики, и экономики. Вот давайте дальше так же точно двигаться, независимо от них ни от чего, и подчиняясь на силе искусства, настоящей любви к людям. Спасибо.